А зачем плачешь? Я так хотела Путина увидеть. Увидеть хотела Путина? Да. Слушай, я увидела издалека. Не видела я его. Мы же все толкали. Вот он, у меня гости из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали, и Михаил Владимирович тоже, по-моему, говорил с вами, да? Там есть несколько вопросов. У них выпадающие доходы. Да, Исаак, поздоровайся. Здравствуйте. Слышь, Антон? Да. Да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. А, здравствуйте. Я просто думал, что это... Да решил, что это шутка, да? Не знаю, как здоровье. Нет. Значит, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов, да? Это реконструкция уличной сети дорожной. Значит, затем развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег. Что будем? Вы приняли решение о том, чтобы добавить 5 миллиардов рублей на ближайшие годы. Отлично. Скажи спасибо. Спасибо. Все. Спасибо, Антон Георгиевич. Спасибо, Владимир. Вам спасибо. Да, есть пока. Это, ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей. Пойдем.